хотел рассказать про мотоножницы. Вот у меня Леомас, вот, бензиновый. Тяжеловат, правда, немножко. Ну, плюс в том, что у него как получается здесь можно нажимаешь и переставляешь. Можно вот так вот гасить, стричь, можно вот так вот. Это большой плюс, потому что есть мотоножницы, не крутится ручка, чтобы не такого, как этот универсальный. Ну, должна, нож должен быть острый, потому что когда крупные побеги начинаем стричь, он немного затупляется. Поэтому надо стараться больше стричь лиственные деревья старые, ну, эти мотоножницы. С кониками они начинают немножко тупить. Вот. Ну, для этого нужно сейчас мотоножницы и шпалерные ножницы. Вот эти шпалерные ножницы. Сейчас я вам покажу, как надо стричь. Сейчас для этого отходим кустарник, козырьплодник. Вот. И его несколько лет уже стригли. И нам надо посмотреть по старым, по старой стрижке. Вот видите, старые побеги. Вот старые. Нам как бы получается на сантиметр выше старых, чтобы то, что вложилось. Для рассировки мы просто с полярными спицами обрежем в ориентир, чтобы нам на 35 минут. Вот. Так. Вот мы сделали классный маячок. Потом с полярными спицами можно сделать еще вот так, для рассировки. То есть посмотреть, как оно. У нас получается круг. Видите, как лет, наверное, так вот. Огромный пост. Сейчас я вам что-то покажу. Переставляем вот так. Вот. И начинаем вверх, вниз, по кругу. Сейчас вот.
убирать эту срезанную кусочек. Потом начинаем стричь шпалерными весами. Смотри, потому что когда мы убираем эти побеги, все равно какие-то будут торчать. Можно так нагнуться, посмотреть, ровно ли он, корректиру посмотрели вправо, посмотрели влево, где-то есть, срезали. Визуально представили таблетку и начали вот так. Можно, есть специальные такие грабельки, мягкие, можно и не убирать. Ну, я предпочитаю руками. Пузырьку это хорошо страшно. Это барбарис. Очень трудно проводить обрезку, потому что они колятся, можно занозы посадить. Для этого, конечно, нужны специальные перчатки такие. Брезентовые, толстые. Это вот. Вот где-то видите, где-то есть выступы. Мы срезаем, убираем. Ну это пузырьковник уже лет 5. Сразу друг на друга постояли где-то около 10 сантиметров. Вот такой вот за год, за два. Вот так вот попался. Хороший дает прирост пузырьковник. Это пузырьковник Диабло. Сравнение айвы. Айва медленно растает. А пузырьковник быстро растет. Также и кизильник. Смородина. Лесная техника. Хорошо растает. Да, посмотрели внизу, здесь спустились, есть какие-то вот просто срезали. Потом, когда уже все это сделали, надо отойти и посмотреть. Где-то может быть криво. С одной стороны, здесь будет обязательно, потому что каждый стороны подсказать, так все будет. В самом деле может быть это будет сильнее. Конечно, убираем сорняки, пропалываем. Вот. Сейчас мы ну, все прошли по краям тут, посмотрели. Вот и все, и готово. Видите? Вот такую стрижку за сезон надо провести около 3 раз. Первая стрижка это весной, когда еще до распускания листьев надо посмотреть обрезку провести сухих. Потом вот 20 июня. Вот сейчас я провел. И еще потом в июле. В августе нежелательно. То есть если можно, то только от начала августа. Потому что уже там уже, если побеги будут расти, то могут подмерзнуть. Подписывайтесь на мой канал.